Друзья, всем снова добро пожаловать на канал Rus Game Tactics. Мы продолжаем проходить игру Assassin's Creed Syndicate. Ну что ж, сейчас, в данный момент, мы отправимся на новое задание. Мы должны познакомиться с Карлом Марксом. Ну и потом уже, наконец, дойдем до топинга. И прежде всего, также хотелось бы прокачать кое-что из снаряжения. Вот здесь есть улучшение инструментов. И посмотрите, это улучшенный метательный нож второго уровня. То есть урон возрастает. Также прокачаем подсумок. Можно переносить больше патронов. Это будет очень полезно. Ну и то же самое сделаем для ножей. Намного больше ножей. И оказывается, есть еще ресурсы для галлюциногенного дротика, но там металла 200 требуется, а у меня тогда мало останется. Так что пока пусть это улучшение подождет. Мы сейчас еще зайдем в лавку. Нам нужно, перед тем, как отправиться на миссию, нужно восполнить запас, разумеется, и расходных материалов в том числе. А сейчас ждем, когда перестанем быть инкогнито. Заходите, я узнаю это. Итак, восполнить все. 2020 фунтов. Ничего не купить. Да, большая, конечно, стоимость. Ну а что поделаешь? Ну, пойдем же мы с голыми руками на эту миссию, правильно? Судя по карте, Карл Маркс находится где-то в районе вокзала. И вот как раз мы этот вокзал, судя по всему, и видим впереди. Ну, то есть это все рядышком. Слева у нас запретная зона. Похищение груза там. Ну, знаете, я уже навозился этих досок. Так что пока хватит. Обалдеть, это был прыжок веры. Ну вот, собственно, мы с вами на вокзале. Давайте теперь искать Карла Маркса. Вот он здесь. Миссия называется «Кошки-мышки». Послушайте, мне приказано не допускать сходок на улицах. Най, вы послушайте. Народ в этом городе отчаянно нуждается в нашей помощи. Вы Джек и Фрай, а вы мисс Фрай? Мы не представлены, мистер... Карл Маркс, как и вы, активист в некотором роде. Вы явно хотите о чем-то нас попросить. Хочу. За короткое время вы сделали для лондонцев больше, чем кто-либо за пару десятилетий. Но вы помогали тем, кто и так жил в достатке. Скажите, готовы ли вы протянуть руку нуждающимся рабочему классу? Это весьма любопытно. Мы согласны. Может, для начала обсудить это? А, к черту. Согласны. Я готовлю тайное собрание для обсуждения профсоюзного движения. Уфы полиция заметила мою деятельность. Они фьются вокруг, как мухи над кучей шайса. Шайса — это дерьмо, если кто-то не знает. Прошу, в переводе с немецкого. Проводите меня до места собрания и защитите от полицейских. Данке. Да не за что пока. Так, ну что ж, берем ножи. Включаем вот этот супер скрытный режим. Видите? Опять да, конечно, вижу. Вот один шпион, и двоих надо убрать с помощью висящих бочек. Прицелились. Получай. Так, уходим. И теперь наверх. Нам надо следить за Карлом Марксом, чтобы он далеко не уходил. Потому что на нас в том числе его безопасность. Так, здесь вниз. Давай. Бегом, бегом, бегом. Красавчик. Так. Вот здесь еще бочки. Пошел, посмотрите-ка. Ну, подходи, подходи, подходи. Вот так. Так, а теперь наверх. Ай, блин, что-то высоко ты забрался. Так, еще быстрее. Вот, молодец. Шпион.
обходим. Так, 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 еще один. Ну что, убьем? Ах ты, блин, неудобно прицелиться. Так, сейчас подождем. Давайте вот так. Ждем, 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 ждем. Есть. А теперь быстро отсюда свалить. Потому что здесь будет полиция, да? Вот, молодец. Так, смотрим. А, полиции нет. Но надо переждать. Пока не встревожены. Это может быть очень опасно. Да-да. Блин. А теперь и скрываться незачем. Тихо. А, ну все, собственно, можно идти. Но вперед. Мы следуем за Карлом Марксом. Вот здесь. Зашел на какой-то склад. Так, посмотрим. Сегодня, на закате. Где обычно? Я приду. Такие же проблемы с полицией были в Париже. В Париже и Брюсселе. И, пожалуй, еще в Кёльне. Еще один друг ждет нас в пабе неподалеку. Вперед. Уверен, что полицейские агенты уже внутри. Найдите их, а я подожду. Ну, конечно. Всю грязную работу будут делать близнецы-ассасины. Ну, а кто же еще? Так, побежали. Здесь, конечно, стоило бы, наверное... А, нет, 100 метров. Тут все рядом. Наоборот, не стоило бы угонять карету, потому что тут полиции просто дофига. Итак, мы почти на месте. Вот, нам нужно начать драку у паба, чтобы привлечь шпиона. И по мини-карте у нас, оказывается, здесь есть еще наши крутые друзья. Так, ну что, ждите, стойте на месте. Никуда не ходите без меня. Так, выберем, наверное, галлюциногенный дротик, и теперь... Блин, попроси начать... Так, начать бой. Да, вот так. Не, не получилось. Покажите, на что способны. Покажите, друзья. Вот так, свисточек пошел. Отлично. Ну вот, сейчас началось движение. Ну а что они там стоят? Выходите, выходите! Так, а вот он наш друг. Мы сделали это. А, вот так тебе. Все. Теперь осталось дождаться. Смотрим. А, так это мои месят. Офигеть. Забивайте, забивайте его. Эй, не трожь моего грача! Все, убили. Ну а что делать? А, он заходит теперь. В обычном месте. Через час. Буду, господин Маркс. Давай, проходи. Офигеть, ну, вот сколько трупов. Выходим отсюда и на собрание. Благодарю вас за помощь нашему делу. Когда рабочие получат право на свободу собраний, мы добьемся реформ, которые давно заслужили. Вы не могли бы остаться до конца собрания? Боюсь, что проблемы не исчерпаны. Говно вопрос. Конечно, останемся. Всегда и смена проросла из самого сердца движения. Проводите господина сюда. Он предал все-таки, да?
Так, ну что ж, посмотрим. Да, его окружает полиция. Ну, давайте, наверное, вот так. Так, теперь вот этого. Какого черта? Это большая ошибка. Пойдем, речь. Пойдем, 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 пойдем. Проходи быстрее. Увидят. Да, получилось. Так, удержать. Вниз. Смотрим, чтобы здесь полиции не было. Бежать, наверное, не стоит. Так, и теперь сопроводить 150 метров. И это надо сделать пешком. Я так понимаю. Держи. А то сейчас еще вырвется, тварь. Так, точно никого нет? Да, они потеряли? Потеряли своего друга. Не делай. Так, слушай, хорош дергаться. Нифига. Он пробежал мимо. Молчи. Держи. Простите, что хотите. Так, пробегаем. Фух, меня, наверное, пронесло. Так, они сели в карету, что ли? Держи, держи, держи. Вон полицейский там, судя по всему, на другой стороне дежурит. Да, есть такое дело. Не дергайся. Не дергайся. Я сделаю, что хотите. Уходи, 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 уходи быстрее. О, да. И здесь опять я везет. Я не люблю делать больно. Давайте пробежимся. Что-то хочется побыстрее уже этого чувака скинуть. Так, аккуратно. Здесь все зеленое. Попробуй тут держим. Все чисто. Мы ведь подружимся, да? Конечно, подружитесь. Давай. Все, почти доставили. А вот и ваш клиент. Саймон, друг мой, что подвигло вас на такое? Ведь партия заботилась о вас. Старший по мельнице пригрозил, что выгонит в шею любого, кто вступит в профсоюз. Долго партия будет кормить мою семью. Если мы не сплотимся, все кончено. Вы разбили мне сердце, Саймон. Уходите. Спасибо, товарищ. Надеюсь, при возможности вы еще не раз поможете нашей правой борьбе. Ну, разумеется. Так, давай деньги. И опыт. Ну да, почти 1000. 1000 опыта и 1000 фунтов. Щедрый дядя. Получаем 1 единицу навыка. Так, давайте выбирать, наконец, вот это задание. Вот это задание, которое нам хочет предложить Роберт Топпинг. Наконец-то отправимся к нему. Здесь же опустошим сейчас сундук. Так. А вот наверху. Есть. Открыли. Посмотрели. 305 фунтов. Металл реактива. Еще был сундук где-то в том месте, где мы как раз схватили заложника. Ну ладно. Как-нибудь, может быть, там еще и окажемся в очередной раз. А сейчас, прежде всего, хочется добраться до того доп-задания, до которого планировали еще, наверное, в прошлой серии. 350 метров. Придется угнать. Придется угнать карету. Уж простите меня. Кучеры. Все, гоним. Сейф в поезде полон. Ай-яй-яй. Там нас ждет 750 фунтов. А сумма-то солидная. Упс. Да, немножко задели. Так, здесь тормознем. Потому что достаточно крутой поворот. На торможении вообще еле-еле заходит в какой-то вираж и сразу уходит в занос. Вперед! Вперед. Так, тут очень-очень-очень-очень-очень, простите. Очень надо было аккуратно действовать. Здесь же есть магаз. Будем восполнять.
может быть, восполним. А чё ж нет? Тем более и денег заработали. А вот это что? Это что за листовки у нас? Иллюстрации. Давайте посмотрим, что можно приобрести у торговца и сколько это будет стоить. 1000 фунтов. Ну, меня, конечно, больше всего ножи волновали. Но раз такое дело, восполним все. Ну, здравствуй, Роберт Топпинг. Нет, это не я. Прошу прощения. Вы, это же вы! Я впервые вас вижу. Это тот самый ринг? Можете даже не сомневаться, милорд, миледи. Меня зовут Роберт Топпинг. Лучший букмекер в Лондоне к вашим услугам. Ну, почти лучший, но мама говорит, что Дональд профан. Я могу показать вам много интересного. Бои, гонки на повозках и не только. Думаю, мы можем ненадолго задержаться. Мне хотелось бы увидеть Иви в деле. Ну что ж, начинается у нас бойцовский клуб. Награда максимальная 1250 фунтов и 300 опыта. Ну что ж, приготовились. Пойдем, пойдем. Так. Ах ты. Значит, вот так, да? А, пробить. Ну и, конечно, весь специнструмент у меня забрали. А, еще кто-то идет. Ну, подходи, тебе отвешу. В чем же проблема? Итак, первый раунд. Пойдем. Следующее. Придется комбо опять начинать. Сюда. А что, такой прием не нравится вам? О, ес! Молодец, добил. Так, прямо здесь. Прямо рядом с нами. Красавчик, Джейка! Мы получили еще одну единицу навыка. И продолжается бой. Идем ва-банк. Хотя какой ва-банк? Здесь преимущество просто на нашей стороне. Кто-то куда-то собрался бежать. Зачем перчатки одел? Дурачок. Все, следующий. Уходи! Ай, не успел! Печально как, а? И мультидобивание. Сразу троих. Жестко. И жестоко. Разумеется. Ну что, раунд закончился. Или есть еще? Да, и последний раунд. Мы с вами заработаем максимальную награду. Целый вам не уйдет. И тебя. Троих. Так, подоспели хлопцы. Пробить, пробить! А, вот так тебе. Молодец. Остался последний. А, нет. Даже так. Всех убрали. Отличный бой. Леди и джентльмены. Это победитель!
Нет, мне кажется, было бы круто. Женские бои без правил. А может, хотите подраться? Ладно, ну а теперь. А, у меня даже тройное убийство там засчитали. Ну да, несколько раз я троих замесил. Теперь посмотрим, поиграем за Иви и выполним ее задание. Ну, пора чередовать. Да, а то что все Джейкоб, да Джейкоб. Где-то здесь ее задание было. Да, и тут есть точка быстрого перемещения. Ну что, кабанчиком вниз? Ах ты ж, блин! Нет, посмотрите, подождите, куда это я полетел? А здесь где-то, оказывается, есть еще золотой сундук. Ну, или желтый сундук. Кому как нравится называть. А где он? Надо спуститься, посмотреть. В любом случае. Давайте сюда. Прыжок веры. Надо было, наверное, прыгнуть просто в другую сторону. А вот здесь, где-то внизу. Давай, спрыгивай. Отлично. А вот и добрались. Смотрим, что внутри. Уникальный материал. Это яд. И один фунт. Уникальный один фунт. Так, мы на земле, да? Или как? Это крыша считается? Навыки. 4 очка. Нам нужно потратить 6 единиц, и тогда будет другой уровень. Здесь расправа. Ну, блин. Конечно, что-нибудь другое качнуть бы. Снижает урон, получаемый в рукопашном бою. А давайте здесь. Вот так, мародер первого уровня. И если получится, сразу качнем второй уровень. Да, получается. Так, а это что? Нет. Одно очко остается. Теперь снаряжение. Собственно, костюмчики у нас там, кажется, что-то новое появилось. Это платье леди Мелины. Здорово. Посмотрите на характеристики. Можно еще улучшить. Давайте посмотрим улучшение. Здесь увеличивается запас, ну, расходных материалов на 3. Ну, за 7500, я думаю, не стоит. Пока что. Мы можем, тем более, в любой момент прокачать. По оружию. Смотрим. Трость-клинок. Нужно изготовить. А сколько стоит? Давайте посмотрим. 1250. Кстати, кастеты для Джейкоба. Надо будет не забыть. Плащ народа. Неплохо. А здесь плюс 2, плюс 2. Плюс 3, плюс 3. Стоимость изготовления 3000 фунтов. Только что поменяли. Ну ладно, давайте, наверное, изготовим. Так. Ну, наверное, неплохо. Так, по оружию. По огнестрелу, точнее. Пока никаких вариантов. Накидки. Здесь минус один. А, вот что-то новое. Блин, плащ народа 6 уровня. И стоило тратить деньги, да? Ну ладно, пока все. Все, теперь вниз. Так, может быть, где-нибудь здесь сток сена найдется. Так, запрыгиваем и вниз. И вот здесь начинается наше задание. А что здесь делает Клара? Миссия «Дама с лампой». Мисс Фрай, я рада вас видеть. Привет, Клара. Лечебница закрывается, и я хотела осмотреться. А ты здесь как? Наши недавно начали болеть. Лекарства не помогают. Я пришла, чтобы... Ты нормально себя чувствуешь? Да, все хорошо. Клара! Здесь где-нибудь есть доктор? Несите сюда.
просто упала? Да, сказала, что лекарство им не помогает. Конечно же. После гибели Эллиотсона район оказался наводнен подделками. Ей будет нужен уход. Но для этого ей и другим детям кое-что понадобится. Что именно? Продовольствие. Кроме того, лекарства. Участились случаи кражи редких ингредиентов. Буду рада помочь. Вот список. Мисс... Фрай. Иви Фрай. Мисс Найтингейл. Очень рада. Скорее. Времени мало. Итак, найти торговца. У нас 8 минут. Блин, это прям какая-то пила 3. Если за 8 минут не успеем, то... Клара умрет. Печаль. Ай! Потише. Ну ладно, выезжаем. Уже на дороге, во всяком быстрее! Случае. Давай быстрее! Здесь, конечно, лошадей жалеть не стоит. Так, ищем рынок и ищем торговца. Быстрее! Лошадки, терпите! Я прекрасно понимаю, что это больно. Ну вот, 100 метров практически, да, мы с вами на месте. Резче, резче, резче. А вот и рыночек. Тормозим, тормозим, тормозим. Ах, вот это тормоза. Вообще прям протащило. Так, что тут? Украсть. Не убивайте торговца. Ладно, в таком случае ждем, когда полицейский уйдет. А долго ли он будет стоять там? 5-й уровень. Здесь еще стоят бандиты. Я дам все, что и, собственно, у меня торговец. Так. Давайте вот так. Давайте посмотрим. Есть! Торговца не убили. 6,5 минут. Мы должны успеть. Дальше на разворот. Давай. Погнали. Теперь найти аптекаря. Вот тебе на. Давай! Вперед! На! С дороги! 300 метров. Быстрее! Так и по всему городу будем мотаться. У нас-то время на самом деле ограничено. Давай! Уже пару минут потратили. На! Давай! С дороги! Быстрее! Так, кажется, где-то здесь. Тормозим опять. Активируем орлиное зрение. Смотрим. Ах, блин, защитить. Так, что делаем? Давайте попробуем, наверное, дымовуху. Вот сюда вот так. Так, раз. Быстрей. И следующий. Ну что, это все? А, вот еще один есть. Получай. Сейчас мы обыщем. А, нет, только нести. Спасибо. Это для мисс Найтингейл. Я заберу. Да, конечно, все уже лежит в повозке. Ну! В этой? Да. Ну, конечно. Осторожнее! Ну, блин, опять придется побегать. Так, вперед, вперед, вперед! Вот моя любимая повозка. Отлично, погнали. Давайте, лошадки. Точнее, лошадка, не подведи нас. Быстрее! Еще нам требуется угнать повозку аптекаря менее чем за минуту. Постараемся. Так, ах, вы пешеходы. Вот так тебе. Что здесь? А, вот сюда нам добраться. Так и давай назад. Беги, 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 сейчас тебя задавим. Но... И направо. Только бы стрелять не начал. Ну, давай. Молодец. Так.
Ну и все, мы на месте. Спокойно. Это вы? И как раз вовремя. Вы принесли то, что я просила? Как она? Поправится. Наш переулок, дети. Благодаря вам у нас есть настоящее лекарство. Как считаете, проблема решена? Я прослежу, чтобы были приняты меры. Ламбит у вас в долгу? Потребуется много времени. Но я обо всем позабочусь. Друзья, это была миссия «Дама с лампой». И мы получаем чертеж «Эффективность лекарств второго уровня». Мы продолжаем.